Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» продолжается. Во вторник специалисты городской администрации проинспектировали ход работ на улице Фрунзе. Протяженность ремонтируемого участка дороги – 1545 метров. По завершении работ он станет для водителей удобнее, а для пешеходов безопасней. Выполняется ремонт тротуаров с установкой тактильной плитки и ограждений. Также в местах пешеходных переходов планируется установка искусственных неровностей с островками безопасности. Общая стоимость работ по муниципальному контракту составила чуть менее 69 миллионов рублей. Потому специалисты мэрии внимательны к каждой детали. В данном случае вопросы вызвало качество установки бортового камня, а именно занижение его уровня. Выявлены также сколы. Все могут ошибаться. Здесь работала геодезия, не точно сработала. То есть сейчас все это дело приводим в порядок. Будет все сделано в соответствии с проектом. Это еще не приемка, так что время на работу над ошибками есть. Подрядчик обещает полностью завершить асфальтирование уже на этой неделе. Обустройство участка средствами дорожной безопасности займет ориентировочно еще 1-2 недели. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.